Да. Мы посмотрим, сколько на нем цветков будет. Если на нем будет мало цветков, вы его вырезаете беспощадно. Если на нем будут цветки, все, оно отогнет. Ну все, больше ничего нет. А вот там вот второго лидера надо? Ну, я тоже смотрю на него. Обезвредили. Да, лучше убрать. Ну все, и все. Ну, Валя, дальше. Такое дерево, которое явно болело, вот тут, что с ним делать? Тут оно пережило, оно пустило. Давайте вырезаем вот эту вот вторую. Ее пилкой надо вырезать. Ты не сможешь это сделать. Это надо ее выпиливать. То есть в таком дереве выпиливается все старое. Сейчас я буду еще вот это дерево. Вряд ли. Ну ничего себе. Молодец. Только это как Игорь сейчас вот этот борьбой занимается. Штангой. Теперь смотрите. Теперь нам с этого дерева, у него уже форма куста, да? Угу. Легче всего сформировать чашу. Вот я бы сформировала чашу. Чаша, да. Да, тут чаша. Ну, но это же, подождите, стоп. Но это же сорт тут же раскладывается. Если бы это было вот так, там однозначно чаша. А тут же оно и так кустовая. Нельзя чашу, будем выводить этого лидера. Надо перевести. Этот уберем. Да? Да. Вот а вот этот что? Вот так вот уберем. Так. Вот этот вот лежачий какой-то, он в сторону пошел. Его надо, давайте сухой будем, да, сухой обрежем. Угу. Так, сейчас мы сначала такую обрезку, потом обойдем еще раз. Его надо или вырезать, или вырезать. Так, вот этот будет грузиться, этот будет грузиться. Так, этот конкурент обязательно. Вырезать, да? Да, мы делаем свою чашу полукруг. Что-то у нас получается. Ладно, в таком случае мы будем вот это дерево, ну, вот эту проводник, с него формировать дерево. Эту эксплуатируем, пока сможем. А потом дальше мы их просто обрежем. Опять же, надо же с этим, со спиртом идти. Да, сейчас показываем, потом спирт. Конкурентов нету. Еще лучше закрашивать его. Давай купим краску и пусть подкрашивает. Потому что срезы, краска, видишь, есть большие. Краска должна быть только на масляной основе или водоэмульсионка. Потому что ацетоновая, она убьет сразу. Сосудистые пучки убивает. А с эмульсионка? Водоэмульсионка, она делает пленочку и все. Разгибаем. Разгибаем. Видите, так, вот тут опять повыносить, убрать. Так. Вот эти соподчиненные ляжут. Сухой, да? Это должно лечь. Есть плодовые почки, должно лечь. Если не ляжет, тогда весной вырежем.